Шокирующий случай в Аргояшском районе. Трое человек задержаны по подозрению в групповом изнасиловании и ограблении пенсионерки. Над 67-летней пожилой женщиной надругались в ее собственном доме. По версии следствия, трое мужчин постучались в избу к старушке, та их впустила. В итоге, угрожая бабушке ножом, налетчики забрали у нее деньги, бытовую технику и продукты. А после двое из них и вовсе изнасиловали беспомощную старушку. Сейчас они задержаны. Их третий подельник находится в бегах. Полиция ведет его розыск. А в Верхнеуральском районе прокуроры потребовали уволить из школы 39-летнего мужчину. Оказалось, он был судим за групповое изнасилование. По закону, с таким послужным списком работать в детском учреждении запрещено. Теперь директора школы, который трудоустроил бывшего насильника, могут наказать. На нее заведено дело по статье «Нарушение трудового законодательства».